Быстрее, умнее, точнее. В минувшие выходные в Йошкар-Оле прошел масштабный турнир по киберспорту. В течение 2 дней более 400 любителей компьютерных игр со всей республики выясняли, кто из них лучше в 4 дисциплинах. Это Dota 2, CSGO, FIFA 2018 и, конечно же, World of Tanks. Турнир прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе «Спартак». Его организаторы – ПАО «Ростелеком», Министерство спорта «Мариэл» и, конечно же, компания «Матрица», стоящая у истока организации подобных турниров в нашем регионе. Впервые мы решились провести первый наш турнир по киберспорту в 2012 году. Он прошел очень даже неплохо. Мы воодушевились этим и начали проводить турниры приблизительно каждый год. Вот. Это уже 5-й наш турнир. Самый, конечно же, масштабный. Конечно же, киберспорт никогда не сможет заменить классический физический спорт, но у него есть огромные перспективы. Отмечу, крупные состязания по киберспорту во всем мире давно вошли в разряд турниров, собирающих солидные призовые фонды и пользующихся вниманием десятков тысяч зрителей. Локальные события в этой сфере выводят победителей на более масштабные соревнования на международном уровне. И спортсмены из Мариэл не собираются отставать от трендов. В ближайшее время в регионе будет организована собственная федерация киберспорта. Министерство спорта республики планирует уделять внимание всем видам спорта. А киберспорт – это один из самых молодых, самых перспективных видов спорта. И поэтому мы очень заинтересованы. Но основная роль ложится, конечно, на организаторов федерации. Мы надеемся, что в ближайшем будущем она будет зарегистрирована в Минюсте и аккредитована Министерством спорта. Дело в том, что федерация аккредитуется на то, чтобы быть единственным юридическим органом, который на территории региона имеет право развивать данный вид спорта. В самой массовой дисциплине «Мире танков» соревновались 11 команд в формате 7 на 7. Еще более 100 человек воевали в личном зачете. Лучшими среди команд стали «Да» и «Экспертс» из Йошкар-Олы. На 3-м месте «Окрошка» из Волжска. Отмечу, турнир был открытым, и в следующий раз у всех желающих будет возможность попробовать свои силы. А поможет в этом тариф «Игровой» от Ростелекома. Ростелеком очень внимательно относится к пожеланиям своих клиентов. Ярким примером является новый тарифный план «Игровой». Какие же преимущества предоставляет тарифный план «Игровой»? Первое важное преимущество – это скорость. Тарифный план позволяет подключиться на скорости до 100 мегабит в секунду. И второе важное преимущество – это премиум-аккаунт в играх.